Свободную от налогов экономическую зону СИЗА предоставляет правительство Республики Филиппины. Руководство страны легализует деятельность десятка блокчейн и криптовалютных компаний в специальной контролируемой государством экономической зоне, расположенной на расстоянии часового полета от Гонконга, Китая и Тайваня. Компаниям будет разрешено создавать криптобиржи, запускать первичные размещения монет, ICO и заниматься криптовалютным майнингом с оговоркой. Любой обмен криптовалют с фиатом должен происходить за пределами филиппинских границ во избежание нарушения законов страны. Для создания рабочих мест предусмотрено открытие технологического университета, специализирующегося на блокчейн-технологиях.